для камеры. Свет. Ну что, дорогие наши визмичи, уважаемые гости. Ну, кто входит к нам в литературный салон, тот знает вообще в городе, что уже много лет в Вязьме проводятся пленэры. Когда на несколько дней приезжают к нам художники из разных городов и работают 5-7 дней. И в конечном итоге они дарят по одной работе после окончания пленэра, по одной работе в будущую картинную галерею. И вот этот год для нас не стал исключением. С 27 мая по сегодняшний день у нас работало 16 художников. Это были и москвичи, и уважаемые гости нашего города. Очень приятно, что приехало много художников, которые у нас на пленэре первый раз. И вы знаете, я вот сколько работала на этом пленэре, мне было до такой степени приятно, что приехала творческая группа, которая побывала в разных местах нашего города, наиболее интересных, наиболее памятных. У меня было такое чувство, что они не спят, работают до завтрака, работают после обеда. И, конечно, получился замечательный результат. Вот очень жалко, что в последний день не получилось посмотреть всех тех работ, которые написали картины, этюды, которые написали в течение пленэра. Их огромное количество. Они все роскошные, они все разные. Но радует то, что все-таки по одной работе каждый художник подарит. И все мы их будем смотреть в течение нескольких месяцев у нас в литературном салоне. А затем они пополнят наш фонд будущей картинной галереи. Ну, на этом, наверное, моя пламенная речь подошла к завершению. У нас, как всегда, в нашем открытии бывает Виктор Александрович Смирнов. Это председатель комитета по культуре и туризму администрации Вяземского района. Добрый день, уважаемые земляки, дорогие гости. Напишите мне от имени главы нашего района Нины Васильевны Демидовой. Приветствовать вас, поздравить с началом открытия выставки и завершением пленэра. Слава Богу, вот я боялся, погода удалась, хотя бы вот в интернете показывали сплошные дожди, думаю, боже мой, ну вот как вот не повезло, оказалось вот прямо в тютельку, в тютельку. Ну, а если бы еще на день осталось, получилась, наверное, бы шикарная работа. Сирень снегу, наверное, получил. Я вчера посмотрел, наверное, не все работы, да, вот все, что было заставлено. Очень такие вот интересные. Нет, вы еще успели, ребята. Успел еще, да? Очень такие интересные работы. Вот я в принципе, каждый год, да, смотрю вот эти работы, и бываю, если не вот на завершении пленэра, видно, что такие вот новые у нас художники в гостях, и мы, я думаю, будем продолжать вот эту добрую традицию пленэра, то есть в каждом городе есть что-то свое такое, да, вот у нас что-то свое, что-то 5 лет, да? Сколько? Нет, уже больше 10 лет, 12 лет. Нет. Такой общий, да? Нет, а международный сколько надо? Уже с 10-го года ежегодно, получается. Межрегиональный всегда. Белорусы уже лет 5, не меньше. Сегодня у нас тоже было интересное мероприятие, это мы открывали. Ну, значит, знаете, вот наша библиотека была, и переехали в новое здание. Здание, конечно, шикарное, много света, так все разместилось. Вот сегодня такое уже второе у нас хорошее мероприятие. И еще очень хорошее у нас мероприятие. Сегодня, правда, не открыли, но поставили память, ну, памятный знак на улице Комсомольской, где была, находилась церковь вход в Иерусалим, входа Иерусалимского. Вот, на этом месте поставили памятный знак. Его будем открывать
на День Святой Троицы. То есть проект осуществляем по всей России, идет забытые святыни, где были разрушены церкви или большевиками, или же немцами. Сейчас восстанавливаются памятные, ставятся памятные знаки. Я хочу вас всех поздравить. Вот у нас получилось так, что совпало, что завтра день нашего города. То есть хочу поздравить всех с праздником, Днем города, с праздником Святой Троицы. И я думаю, в следующем году жду вас на нашей Вяземской земле. А сейчас хочу небольшой такой сувенирчик, да, и сразу. Диплом за исключение. Международный пленэр профессиональных художников под ним единым. Награждается Каренин Александр Сергеевич. Выдвинут Роман Анатольевич, город Смоленск. Зорин Александр Николаевич, город Смоленск. Ты же сможешь тоже туда, да? Я так вот, да. Сегодня у нас на панели Александр Константинович Кривенков. Нет, я просто буду соединять. Я присоединяюсь уже, потому что это от творческого объединения литературного. А вы прямо вместе будете втроем. Нет, не здесь, это сам. Я буду как. Леонидов Камил Алексеевич. Будет, да? Будет. Тут писать уже, да? Чайка Владимир Викторович. Евсеева Ирина Николаевна. Помилов Федор Валентинович. Мне сказали, что это не мне сказали, что художник не будет жить, я ждал. Спасибо. Это то, что вы поддерживаете и очень дополняете как бы духовной пищей свой город. Здорово. Все. И ну, со своей стороны, можно я предъявлю дары. Это наше посещение музея Бородин, этого Богородицкого поля. И замечательно все. Произвел впечатление директора своей этой энтузиазмом, своей вообще преданностью делу, которую поэтому маленький как бы да, вклад в вот, память посещения. Ну и потом мое как бы пребывание здесь несколько раз было связано вот с этим салоном. И теперь приходят вести, что этот салон отсюда переберется в другое место. Поэтому я этому Елене Александровне на память делю. Приятная неожиданность.
Да, чтобы вот эта вот атмосфера, которая здесь царила, чтобы она туда перебралась и все осталось бы на высоком уровне. Да, и дипломы награждаются. Павлов, Галина Борисовна. Спасибо, что мы награждаем. Павлов, Галина Вячеславовна. Павлина Наталья Ивановна. Здравствуйте, на основу Владимир Иванович. На пакете. Тимофеева, Ольга Ивановна. Это все наши вяденские подорожники. Лубин Геннадий Александрович. Наш организатор. Руководитель, да. Конечно. Дорогие друзья, ну, я думаю, все-таки вот этот спринт, да, наш короткий, пятидневный, все-таки, я считаю, очень удачный получился. Сказалось, конечно, в первую очередь, мастерство, молодость не последнюю роль сыграла. Вот, я начитал более 90 работ наших, представляете, за 5 дней. Более 90 написано работ. Правда, участники в этом году у нас тоже, значит, у нас 22 принимали участие человека в нашем пленэре. Вот. И мы, с погодой нам повезло, я считаю. Вот. И мы, значит, думаю, еще скажут ребята свое мнение, особенно кто у нас первый раз на пленэре. Мы с удовольствием поработали и в Вязьме, и были в Богородицком. И спасибо Игорю Михайлову за прекрасную экскурсию, которую он с нами провел. Впечатление тоже большое у нас было. И, значит, отцу Даниилу, да, который нам там тоже встретил. Вот. И мы съездили, очень удачно, день был хороший, к Милету, и побывали даже в Обсходах. То есть, вот действительно, то, что было запланировано, я думаю, все у нас, в общем-то, в принципе, получилось, в основном, почти. Вот. И поэтому вот такая получилась очень интересная экспозиция у нас. И неплохие работы были созданы, с чем я вот и поздравляю наших участников. И, в общем-то, спасибо большое за организацию еще раз нашего пленэра. И надеюсь, что и дальше наш пленэр будет продолжаться. Спасибо всем за участие. Галина Рождается, Георгин Алексей Сергеевич. Трубарева Ольга Владимировна. Лучкин Николай Александрович. Кто его передаст? Комитет по культуре и туризму выражает благодарность Попову Владимиру Евгеньевичу за активное участие в работе международного пленэра по небу и земле. Александрова Елена Александровна. Просто как-то стало себя.
хотела сказать. Хочу вам, во-первых, действительно поблагодарить за такой теплый прием. Елена Александровна, она здесь настоящая хозяйка, насколько мы здесь были. Были, будем говорить, таким, правильно выразиться, таким корректным и навязчивым вниманием, потому что все время хотелось так, чтобы она, ну вот, с нами за одним столом, вот это все, ну как наша русская, да, славянская душа. Она такая вот, ну настолько хозяйка, вот все везде, все под ее были буквально вот, как говорится, вот этим, да, по вниманием под ее теплотой. Поэтому участие нашего дружного коллектива. Ну и еще плюс ко всему, вот буквально на днях был день рождения, и как бы так получилось, что еще мы все были в процессе работы. И когда ездили, например, я видела, как наши художницы собирали первые ландыши и восхищались вот сиренью, это новая техника холодной фарфоры. Вот такая маленькая работа. Я хочу, чтобы вас всегда грело и всегда у вас были неувядающие цветы, которые будут напоминать о таком прекрасном. Вот они в том числе. Вот Светлана Владимировна, которая украшала наш пленэр из Белоруссии, из Республики Беларусь, из Польши. Ну, вы, наверное, на улице у нас сегодня шел дождь. Конечно, природа плакала от того, что вы уезжаете из нашего города. Но, тем не менее, у меня, например, радость. Думаю, что мы встретимся еще. И от того, что вот такие замечательные работы, которые вы подарили нашему городу, будут украшать наши многие мероприятия, которые мы проводим в литературном салоне. И в том числе встречи наших извлечений с поэтами Вяземского литературного объединения, которым руководит сейчас у нас Александр Константинович Клименков. Повторю, что он у нас член Союза писателей и журналистов, он поэт, музыкант, почетный гражданин нашего города и руководитель Вяземского литературного объединения. И вот его я приглашаю на сцену. Ну, я не художник, да, но... Я благодарю за ту радость, которую вы, уезжая, оставляете нам измельчан свои работы, и мы будем долго любоваться, энергетически получать от этого тепло. Вот. И от всех горожан наших большое вам спасибо, что наша дружба крепнет, 12 лет. Думаю, что скоро мы достигнем 18-летия. Да? Вот. Просто-напросто хочу вам сказать, что вы зарядили нас поэтому тем, что вот 16 июля у нас будет пленэр поэтический. И мы проведем его вот в деревне, в такой деревне есть Покров, приглашаю вас всех из Беларуси приезжать. И у нас там тоже получат задание поэты. Вот, эти 2 часа будут написаны стихотворения, и мы получим удовольствие, они получат, как и мы, какие-то сувениры и призы в эту честь. Спасибо, что вы нас вдохновили на это. Спасибо. Александр Константинович, да. Творческий подарок я вот уже подарил. Творческий подарок я подарил, вот там музыка. Чтобы вы порадовали, может быть, стихотворение прочитали или исполнили какой-то романс. Ой, романс, стихотворение. Думы окаянные, мысли потаенные. Бестолковая любовь, головка заблуденная. Все вы думы знаете, все вы думы помните. Так зачем же вы меня этим беспокоите? Позову я голубя, позову я сизого. Пошлю вам всем письмо, и мы начнем все с изна.
Но Обязанском литературном объединении с 1988 года у нас занимается один из лучших поэтов нашего города Дина Евгеньевна Корнеева. Сегодня она с нами, она не только поэт, она и журналист, она и художник. И вот сегодня так совпало, что у нее день рождения. Давайте Дина Евгеньевна пригласим. Мы наблюдали своих несколько, наверное, литературных произведений. А я за цветами. Вообще, пленэр в нашем городе – это всегда большой пленэр. Для меня, например, это событие. Событие пообщаться с людьми, которые пишут картины, которые вообще интересны по своему духу, по своему отношению к прекрасному миру, в том числе к поэтическому слову, очень чёткому. Поэтому, ну вот сегодня такой пасмурный день, вы мне позволите немножко такое минорное сыграние, мне припомнилось. Но в этот серенький день я свободно впишусь. Есть душевная рень, есть сердечная грусть. Есть в кармане моем войско серых монет, а в глазах моих есть небо пасмурный цвет. Да и мысли мои серый пенистый ключ, даже джинсы мои цвета ливневых туч. День настроил меня на минорный мотив. Я природа дитя, мне нельзя супротив. Чем меня еще интересно, эти пленэры вообще сюда привлекают. Вот мне приходилось каждый день приходить и новые работы появлялись. Просто каждый пленэр, художники, наши гости, и наши близнечи, и наши гости открывают нам город каких-то разных ракурсов, которых мы, может быть, не замечаем. Живя в этом городе, мы не очень видим это. А вот это все появляется на картинах. Это очень приятно и интересно. Ну а поскольку все-таки в пейзажах очень много исторических мест, связанных с нашей историей, нашей Лезмы, памятников, храмов, поэтому прочту еще одно стихотворение, а именно об истории славы нашей Лезмы. Иду по городу родному, меня ведет от дома к дому его истории тропа. Судьба порой была слепа к его страданиям и взгодам. Летело время год за годом, и вот то мало или много, в восьмой уж век его дорога. По ней свой путь под мир осенью прошли десятки поколений. Здесь жил ремесленник и пахарь, бунтарь, что гордо шел на плаху, купец и воин скоморох, рожал пиит свой звонкий слог. Все, чем была их жизнь богата, должно хранимо быть и свято. То нужно нам, живущим ныне, беречь Отечество святыми. Поздравляю вас всех. Большое спасибо. Детский цветочек, пусть вы серенький день. Ну что, мы продолжаем жить и работать в нашем городе, а уже наши гости через некоторое время нас покинут до следующей встречи. Ну, наверное, может быть, у кого-то есть какое-то пожелание из меча от художника. Тем, кто будет оставаться на какое, нашей вязи. Какое бы время хотели года? Еще такое же весна или еще что-то. Вот так вот. Да. Осень. Какие? Осень. Осень, да? Осень не проводил? Проводил, да? Еще у нас разлива нет. Мы о разливе думаем, Виктор Александрович. О разливе думаем. Летом, да? Нет, вообще в марте. Да, нет, вообще это в апреле. Попробуй поймай его. Мы почти поймали благодаря Владимиру. Он хронику везет. Ну, это обычно бывает примерно 10 апреля. У нас год такой, примерно, когда война будет.
биологические часы, чтобы 6, 7, 10, 12 апреля, в эти дни, в первой половине апреля бывает разлив. И это для художника, конечно, очень вот, драматично, эффектно. Тяжело угадать, чтобы, видите, это же заранее мы сбиваем время, не так, что вот вы увидели разлив. В этом году тоже непонятно было, когда тут будет разлив. Вот в этом году было исключение, да, было бы неприятно. Я думаю, в заключение надо слово дать Оксане Владимировне Недосекиной, директору Вязевской художественной школы, имени Альберта Георгиевича Сергеева. Я думаю, что все наши преподаватели с большим удовольствием принимают каждый год участие в пленэре. И надеюсь, что наши встречи на этом пленэре не закончатся, а будут продолжаться каждый год. И может даже еще и несколько раз год, чтобы достать все времена года. А работать когда? Можно ходить на пленэр. Мне очень хочется сказать большое спасибо, что администрация изыскала средства на проведение пленэра. И в дальнейшем мне хочется всем пожелать дальнейшего творческого роста, развития. И всех пленэристов нынешнего пленэра приглашаем к нам в город, чтобы они показывали, делились своим творчеством, персональные выставки открывали. Большое всем спасибо. Считать, что пленарная выставка, выставка пленарных работ у нас открыта. И она будет радовать наших из мечети, приходить в наш домик, будут знакомиться с нашим творчеством. Пока вы надумаете приехать к нам на следующий пленар. Так что, несмотря на то, что мы эту встречу и пленар закрываем, мы надеемся, что встретимся с вами еще раз. Продолжался, мы бы стали, я думаю, что все стали бы работать. Это заметно по нашим работам, что работы первые и работы последние качественно очень сильно отличаются. Я не говорю там про профессиональных художников, уже живописцев, которые работают, начиная, наверное, лет 10 назад начали и до сих пор никак не остановятся. Но о таких, как я, художников, которым пленэр дал возможность вспомнишь такую живопись. И еще раз спасибо всем. Спасибо.